Савом, и ты не узнал, кто покупатель? Ну, я пытался, особ скрытный тип. Старался не обсуждать дела при мне. Да неужели? Во всяком случае, он поверил, что я эксперт по этой Хайсале. Хайсале? И по ней тоже. Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted «Утраченное наследие». Продолжаем наши незабываемые приключения. Сэм, кстати, ну-ка встань. Спасибо, что отвлек его внимание. Поговори со мной. Я хотел, знаешь, выиграть время на тот случай, если вы собирались меня спасти. Конечно, собирались. Правда, спасибо. Я уж думал, мне конец. Я бы этого не допустила. Твой брат мне бы потом такое устроил. Так, а куда мы идем? Как здесь пробраться-то дальше? Здесь очень высоко, ребята. Как вы собрались тут идти? Так, Надюх, ну подскажи, куда? Сэм, или ты знаешь? Вау, как высоко! Такие постояли, посмотрели. Там птичка, смотри, какая-то сидит. Эй, пташка! Опачки, осторожно. Оттуда пройти можно, прикинь. Сейчас глянем. И это сокровище. Табачный пузырек с драгоценными камнями. Хорошо, пускай, забираем с собой. Давай залезь обратно. А, куда, Сэм? Ну подсказывай, ё-моё, блин. Ты чё так близко подошел? А если шлепнешься? А, вон он куда хочет. Подожди, дай-ка я попробую свеситься вот здесь. Может, куда-то спуститься надо? Сэм, давай вниз просто шлепнемся и все, да? А, стоп. А чё вы там стоите? Пошли, вот здесь же есть проход. Такие стоят вообще, ну, что-то делают там. Вот и все. Полезли вниз. Покатились, точнее. Осторожно. Я нашла рельсы. Или идти по тому. Давай еще ниже. Чудно как-то видеть современные конструкции после хайсальских руин. Это строили либо британцы, либо португальцы в 19 веке. Ну такие уж современные. Да нормальные конструкции, пошли. Вертушка. Так, ладно, пусть он улетел. Асав думает, мы погибли. Вот и пусть думает. Слышь, Надя. А давай-ка без понебратства. Ладно, хорошо. Я слышал, ты тоже работала на Асава. Как ты вынесла эти... Что? В смысле, он тебя пытал? О, да. Постоянно толдычил по своему вниманию. Так, ладно, пускай они там болтают, пока я пошел. А куда, куда, куда? Вот сюда надо запрыгнуть. И поползли наверх. Сюда. Поняла. Хорош болтать, пошли уже вперед. Болтуны. Мне помощь надо ваша нужна. Взять мачете. Поможешь? Не вопрос. Ну, давай. Давай, давай, сильнее, сильнее. Еще, еще, Надюх, давай, поднажми. Нет, ты иди. Давай, проходи. О, и Сэм прошел. Так, нет бы Сэму. Поставить там это сделать, чтобы он раздвинул все. Ладно. Все, Надюх, ты там остаешься. Почти. А, как так-то получилось? Все же нормально было. Ну вот, начинается. Охренеть. Вот тебе и охренеть. Вон, я знаю, куда надо прыгать. Давай сильней. Чуть не так, чуть другой угол возьми. Во, давай. Все четко. Я пойду другим путем. Ладно, они там пускай с Сэмом. А где Сэм? У него нет веревки. А, точно, я и забыла. Сам выберется.
Сэма не надо бросать, вы чё? О, ещё сокровище. Давай посмотрим. Фляга полумесяц. Пригодится. Так. Надюха молодец, тоже сюда перепрыгнула. А куда дальше-то? Прыгнуть-то прыгнула. Подожди, вон там что-то есть. Ну-ка, подсказывай, Надюх. Здесь, видишь, какая сетка, не пройти никуда. А, стоп, а ее же можно перелезть. Вот и все. Ну, я так понимаю, наверх, потому что мы же наверх ползем. Давай, сильней. Еще чуть не улетела вниз. Ты где? Иду. Давай, надо Сэму помочь. Ядрена мать, тяжеленная. О, черт, так и не шутила. Никогда не шутила. Так там нет рельсов, куда вы толкаете? Там же разрушенные рельсы. Черт, как он сейчас прыгнет-то? Ну я пошел. И улетит вместе с телегой. Давай, Сэм, ползи быстрей. Короче, они хотят Сэма убить. Все, Сэм, пока. Не, ладно, хоть спасся. Все, молодец. Очки разбил. Не расшибся? Нет. Ай да мы. Пошли. Мы тут как на ладони. Ай да вы. И все, можно подниматься. Давай, подсадить кого-то надо. Посмотри, есть там что полезное. А, давайте я. Не, не надо. Иди, подсажу, подруга. Я хотел, как джентльмен. Смотри и учись. Они вдвоем уже все умеют, Сэм, ты тут им не нужен. Есть там что-нибудь, на что можно залезть? Типа ящика? Должно сработать. Лови трубу. Неплохо. Есть. Забирайтесь, ты первый. Старикам дорога. Ты так любезна. Нет, просто боится, что я скину трубу, и ты останешься там. Ладно. Давайте я разведаю путь. А я чё? А, вот всё, я полез. Да не бросила бы я его. Веди себя повежливей. Пойдём, Надюх, дальше. Хорош там возле труп этих стоять. Вон уже видела, что Сэм делает. Сэм, видишь, как пройти? Типа того. Тут точно не обойтись без ваших крюков. Поняла. Сейчас буду. Надо развернуться в другую сторону, чтобы качнуться. Так, давай. Прыжок. Вот опять, а? Почему Сэм нормально прыгает, а у меня все падает? Ну и ну. Ты как? Ага. Ладно, я одолжу на один крюк. Да ну нафиг, сейчас еще что-нибудь упадет. Замри. Да ты... Эй! Сказала, замри. Ну вы бы толпой не навешивались на этот блок. Сейчас точно улетит. Есть, полетели. Спасибо, что разведал путь, Сэм. У Сэма нет веревки, вы чё? Не бросайте Сэма. Куда, 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 куда? А почему так поехали-то? Тихо, тихо. А как Сэма надо было спасти хоть? Я вижу наверху пещеру. Может, срежем путь? Где Сэм? А, Сэм с нами, все, отлично. Она первая пойдет. Тихо. Не падать. Иди вперед. Давай. Оставишь мне веревку. Ладно. В следующий раз свою не забудь. Ну, у Сэма всегда же была веревка. Оп. И наверх. Так, ладно, пока нормально все идет. Тихо, тут что, кто-то может быть? Что это за место? Ладно, их не так много, мы могли бы... Да их вырубить надо и все. Это та самая мелочам не разменивается. Будет зрелище. Вашу мать. Это твои? Что они тут делают? Мы же их всех перебили. Эй, Сэм. Что, Сэм? Эй.
Спокойно? Спокойно. Ну вот и молодец. Я спокойно. Ладно, дамы, план действий такой. Я беру того, что справа. Вы идете вперед. Черт! И... А говорила спокойно. Ага, она одна уже. Да идите помогайте ей, чё вы? Вот еще один. На. О, тянет на золотую медаль. Все нормально. Погнали дальше. Вон. Стоп. По бочке по этой. Да куда ты целишься? Стрельни сюда. А теперь можно и по этому чувачку. Так, ты че, офигел что ли? Дерзкий самый стоит тут. Так, забираем все, что есть у них тут. Ружбаечку. Кто там еще? Ах ты, посмотри на него, а! Давно не получал, да? Понеслась. Тихо, по бочке. Кто-то еще есть. Погоди, пулеметчик какой-то. А, вот этот злой парень. На, все, готов. Так, кто следующий? Сейчас мы с вами разберемся, поговорим. Чувак, ты че? Давай, иди сюда. Не-не-не, погоди, куда он прыгнул? Никуда ты не денешься! А, вот он упал ко мне. А, блин, у него каска, подожди. Давай каску снимем. Да пошел нафиг, а. Так, давай-ка возьмем его. Дробовичок этот. Кто еще? Тихо, не вижу, где он. А, вот он стоит. Нахе. Получай, братанчик, получай. Так, подожди, вот здесь еще. Сделаем так. Ну и все вроде бы. А, это Сэм, я чуть Сэма не пристрелил. Кто еще? А, вон они наверху. Раз, два, три. Готов. Ну хорошо. Так, только мне надо что-нибудь взять в руки. Нормальное. В чем есть патроны. Здесь мало. Может, да, может, нет. Посмотрим. Пойдет. 150 патрончиков мне хватит. Ты в порядке? Да. Вроде тут можно пролезть. Конечно, можно. Вы что, вы худенький? Поможешь? Сэм только может застрять. Хотя его, наверное, не кормили там, он уже похудеть успел. Пока держали в плену. Ну, давай. А что Сэм им не помогает нифига. Спасибо. Вообще физически? Такой здоровячок ходит с ними и не помогает. Нормально, почти добрались до депо. Осталось недолго. Так. Да что такое-то, опять полетело куда-то вниз. Так, хватайся, быстрее веревку. И... Так мы здесь были уже, кстати. Да? Да, мы здесь были. Или это другое место? Ну-ка, сейчас проверим. Вот здесь что-то похожее. А, нет, не были. Просто такая же была штука для падения. Так, давай сюда вот быстрей. И покатились еще. Куда? Куда ты катишься-то, блин? Цепляйся хоть за что-нибудь. Так, не понял. Пока не понял. Давай еще раз прыгнем. Цепляйся. Еще качнемся. Кстати, вон поезд стоит. Надо будет на поезд, наверное, садиться. Давай. Веревочка. Прыжок. Вот здесь где-то надо сообразить, реально. А, вот. Прыгай. Тихо. Вот так, да, вот все, молодец. И. Да ну не так, надо было хоть подпрыгнуть чуть-чуть. Хотя я нажимал. Ладно, давай еще разочек. И раз. Поскакали. Нормуль. Здесь сразу сюда только прыгай хорошо. Ой-ой-ой, черт. Вот тебе и черт, блин, надо быстрее прыгать. Успевай. Вот, хорошо, есть. А, нельзя было без этого обойтись? Нельзя было. Так. Это ну, игра такая, придуманная специально для тебя. Депо уже рядом. Давай запечатляй все. Куда только сейчас? Наверх?
Ну-ка, здесь ничего нету. Она жива! Один, она здесь! А, вот, полезли. Нормально там? Да, жаль, что Сэм не пощадил мое воображение. Вы где? У радиовышки. Надин, видишь путь наверх? Поищем что-нибудь, к чему можно прицепить веревку. Сейчас я приду к вам. Неплохая мысль. Давай, уже почти наверху. Ну, что прыгает там? Почему не прыгает? Отлично. Давай еще наверх. Вот. Ребята, вы как тут без меня вообще, а? Я пытаюсь. Давай трубень свою. Во, вот так, и все, я сюда сейчас просто... А, ничего себе, вот это прикол. А куда мне лезть быстрее? Тихо, все, держите руками. Вышку просто унесло вниз. Давай, сейчас все получится. Черт, ну на вид она была прочная. Ха-ха, вышечка. Подвязали. Молодцы. Да, неплохо, учитывая то, что это была ее идея. Ну все, погнали дальше. И Асаф не говорил о моей компании? Я слышал от его людей только то, что армия перекрыла им каналы снабжения, и они ищут помощь на стороне. Видно, совсем отчаялся. Ага, а наемникам вообще все равно, у кого деньги брать. То есть... Да ладно, так и есть. Вот вагонетка, можно на ней прокатиться. Давай, толкай. Я посижу, а вы толкайте. Че стоим? Ну-ка, быстро толкаем, все. Ладно, придется мне толкать. Дай помогу. Сэм, почему не помогаешь? Где там Сэм? Ходит, смотрит такой. Ладно, девчата, вы, короче, толкайте, я пока вот вид делаю, типа занят. Мог бы и помочь при желании. Не, вы и без меня справитесь. Или у него там болит что-то, не знаю, что у него, прессанули там жестко. Стоп, а что не так? Вообще нам надо, смотри, похоже на эту стену залезть. Но надо стрелку-то перевести, иначе она уедет не туда, куда надо. Давай, переведи стрелочку. Оп, толкай, сильней. Надюх, пошли вместе. Видишь, какие мы с тобой всегда вместе кооперируемся. Давай, поехали, стрелку. Давай, сильные девчонки, давай, сделаем. А теперь еще раз толкнем, давай. Вставай там. К вагонетке. Вагонеточка моя. Сейчас мы пройдем там, наверх залезем. Давай, Надюх, сильней, поднажми. Только меня не раздави. Мне надо выпрыгнуть отсюда, пока не раздавила вагонеткой. А, покатилась. Тихо. Вообще вовремя. И Сэм еще отскочил, молодец. Все целы? Да. Подстава была. Только наверх нам тут уже не залезть. Да, ну, может, там пролезем. Пошли, тут крысы бегают. Неа, тупик. Тут все завалено. Ничего не тупик, пошли, вот здесь знаю. Нет, стоп. Высоковато. Сэм, вот ты наверняка дотянешься. Иди, я подсажу. Я помогу. Да, давай. Да, я согласен, хорошо. Мы готовы. Вот так. Давай, все развалилось, отходите. Ну, привет. Сэм, давай, мы на тебя рассчитываем. Нет запасных лестниц, Сэм. Там, кстати, моргает что-то наверху. Правда? Честно говоря, я не ожидала опять увидеть Сэма Дрейка. Я тоже не знала, можно ли тебе доверять. Пришлось немного тебя испытать. Это ты про то, что мне пришлось 2 часа ждать тебя в зоне боевых действий? Ну, испытала мое терпение. Нет, тогда я просто-напросто опоздала. Там одна девочка на рынке взялась продать мне платок. Никак не могла от нее отвязаться. Ну да, конечно. Эй, возвращайтесь к рельсам, я кое-что нашел. Ага, идем. Так, а он где там вылез, получается, с той стороны, что ли? Ладно, Сэм, что там у тебя? Я нашел ящик. Ну, разумеется. Сейчас я его столкну. Стой, одного ящика мало, он маленький. А, ну да, действительно.
И что будем делать-то? Ну, мало-мало, а что, ну, делать-то надо что-то, что вы, ребят? Что затроили, затупили вы, что? Сэм, бросай давай ящик. Или веревку возьми, что-нибудь, я не знаю, ну, а что, просто так остановились и все, и никуда не идем. Надюх, ну-ка давай ты сообрази, видишь, Сэм что-то не соображает нифига. Это что за туалет? Или щиток это похоже, да? А может быть где-то еще можно пролезть, а? Видишь, Сэм затупил. Сэм нам не помог. Толку, что мы его туда закинули наверх. Давай там искать еще раз. Мы или подкатим вагонетку, тогда пойдет. Во, давай, кстати, можно. Он реально ящик же может туда закинуть. Ну, котелок, типа, соображай. Я не о том подумала. Давай, 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 давай. Сейчас опять стрелку придется перевести. Так, стоп. Ну-ка, Надюх, пошли стрелку переводить. Вы идете? Идем, идем, Сэм, подожди. Самое тяжелое тут задание нам. А в этот раз легко, кстати. Поехали. Сейчас Сэм сбросит ящик. Так, все. Приготовьтесь. Порядок. Давай толкай быстрей. Только нормально сбрось. Во, пойдет, ладно. Отлично. На ребро упал. Идем. Получилось повыше, чем бы просто шлепнулся. Пошли сюда. Давай, залезай. Во, видели как? Ладно, Сэм, молодец, все. Теперь куда? Не называй меня так. Ну, это профессиональная вежливость. В таком случае, зови меня мэм. Ну, Сэм, зови меня мэм. Давай, вон, Надюха уже знает, куда идти. Все выше и выше мы ползем. А, вот тут надо по уступу. Сюда пошли. И куда теперь, вниз, что ли? Ну-ка, за мной все. Смотрите. Мы почти на месте. Почти пришли. Сэр, ну-ка, пташка, уйди отсюда. Возьми мою веревку. Иди, я ему свою дам. Меня приняли. Я польщен. Оп! Так пойдет. Даже не разбилась ни разу. Вот сюда в окно можно залезть, смотри. Открывай. Никого, вперед. На, держи веревку. Спасибо. Ну, прям час от часу не легче. Люди Осава плюс наемники, их человек 20, не меньше. Стоп. Что в этом ящике? Пушки, боеприпасы, может? Может. Я думал, твои не торгуют оружием. Ты... Мои не торговали. Черт с ним, с ящиком. Где бивень? Ну, вон Осав... И... Орка. Кто? Мой заместитель. Помню этого типа. Да, точно он. Такой же потлатый. Да? А? Уловила. Все, сделка завершена. Бивень забрал твой орка. А мы заберем у него. Надо забрать, обязательно. Так, стоп. Куда? Как же план? За бивнем идем. 20, не меньше. Не парься. Дольше проживешь. Вот так. Надюха всех вырубит. Ты что, забыл, как она дерется, что ли? Я не понял. Давай по-тихому пока попробуем. Залезь обратно. Вон, можно веревочку подвязать и туда спуститься. Надо потихоньку действовать. И вертушку надо вынести вот эту. А, он, кстати, с гранатометом вот там стоит, чувак.
Давай по кустам пока пошли. Будем сектор зачищать. Вот здесь же кто-то ходил. Вот, чувак ходит. Сэм, выруби его. Хорошо, тогда я. Быстро уходим отсюда, пока никто не впалил. Где все? Где Надюха, где Сэм? А, вот. Давай тихонечко. Сэм, ты там не впались, ты чё? Вот он. Патроны. Ништяченно. Давай еще дальше пошли. А у меня с глушаком нет вообще пистолета. А где бы пистолет с глушаком взять? Вот. Вот, чувак, смотри. На. Готов. Каска отлетела. Тихо, тихо. Да, уже иду. Тихо, тихо. Еще один идет. Че, всех повалило, что ли? Нифига себе. Вот, нормально тогда, вообще по-тихому получается. Кто еще есть? Вон он. Надо быстро как-то подбежать к нему. Да? Давай, давай, пока сидит. Тихо, ничего не делай, все. Нормально. Зачистим. Дальше куда? Там еще кто-то ходил, подожди. Вон там где-то. А, нет, это просто баллон лежит. Она уже на него прицеливаться собралась. Так, давай аккуратно. Давай еще ящик откроем. Пока никто не видит. Раз. И вторая отмычка. Два. Вот, теперь вертушку можно долбануть. Где она летает? Там чувак. Пока пистолет, значит, надо взять в руки. А вообще по-тихому пока идем. Все, он развернулся. Надо быстрее его убрать оттуда. Ай, увидел. Увидел. Но ничего не успел сказать никому. Все, еще вон ходят. Как-то я вообще неосторожно, получается, здесь зашел. Вот, вот чувак идет. Надо спрятаться. Все, к нему быстрей. Да быстрей. И в кусты быстрей. Сядь. Все, впалили. Все, впалили по-тихому, вообще не получилось. Стоп, 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 кто там? Ай-яй-яй, вертушка фигарит. Да тихо. Блин, жестко получилось, неправильно. Ладно, надо по вертолету сейчас шарахнуть. Где у меня? Где вертолет сам? Где сам вертолет? Ай, куда, куда, туда не надо. Сэм, давай отстреливайся. Да тихо. Стоп, ладно, с пистолета. Готов. Где вертик? Кто? Кто, 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 кто стреляет? А, вот вертик, быстрей. Ну, он улетел. Теперь этот дерзкий типок. Есть, один упал. У меня патроны заканчиваются. 4 штуки всего. Попал. Во, пестик давай другой возьмем. Где там вертушка эта? Ай, вот она, да? Ну иди сюда. На, получай, бамс. Че, еще разочек? В смысле? А у меня больше нету. У меня больше нету патронов таких. Стоп, тут чувак где-то с гранатометом ходил. Он где-то был наверху.
Вон, кто-то ходит. А, погоди. Может, в том ящике еще будут патроны такие? Да куда ты стреляешь-то? Повернись. Да блин, вот он стоит же. Погоди, погоди, сейчас я заберу патроны. Есть еще? Нету, прикинь. Сильно стреляет. Стоп, еще кто-то лупит. А, он облетел просто, этот, значит, вертик все стреляет. Надо как-то залезть наверх и пошарить. Где-то там был еще гранатомет. Вот тут чувак где-то ходил. Сейчас найдем. Так, давай пока ружбаечку возьмем. Вот он, я его нашел. Где он там? Ах ты говнюк. Ну-ка иди сюда. Мимо, прикинь, долбанул не туда. Что делать-то? Тихо, 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 тихо. Как-то пошло не так. Где еще взять? Вот еще ящик есть. Сейчас тогда откроем, здесь по-любому есть патрончик для нашего гранатомета. Чтоб ты сдох. Может, там кто-нибудь есть? Отлично, РПГшечка. Пошел ты нафиг, ты откуда взялся вообще? Так, где? Где вертушка? Стоп, еще кто-то стреляет. Не, ну правда, мы уже всех прибили. Откуда они идут, все? Готов. Надо попасть нормально. Нацелиться как следует. Наверх лезь. Да куда ты? Надо выйти наверх, да нормально стрельнуть в него. Сейчас будет ему. Вот. Ну давай. Подожди, нацелься нормально. Нацелься. Есть. Все. Я зацепился. Ползем, ползем, ползем наверх. Открывай дверь. Здорово, чувачок. Так. Тебе пора выходить уже, понял? Не так, не так лови... А, квадрат, так. Выходи отсюда. Так, вышел. Ну-ка. Че, дурачок, что ли, совсем? Ой, пилота... Пилота за что, блин? Надюха, надо его быстрее туда убрать. А-а-а, ничего себе, все. Прикинь, повезло вообще. Ладно, хоть винтом не разрубило еще. Тихо, уходим, сейчас рванет. У этого что, он там кофе что ли пьет? Или что в руке? А, это этот бивень. Дай сюда бивень. Отдал бивень, тебе сказали. Мэм, хорошо выглядите. Что ты сделал с компанией? Ну, она больше не убыточная. Это был риторический вопрос, Лапа. Надо было пристрелить тебя на острове. Надо было. Не пришлось бы смотреть, как вы убегаете, поджав хвост. Так, может, вы потом отношения выясните, а? Ну, а, бивень, давай сюда. Бивень, давайте. Вы с ним партнеры? Либо у вас память отшибла, либо дела идут еще хуже, чем я думал. Ну да, я смотрю, мне тут никто не рад. Это не я опустилась до продажи оружия банде мятежников. Ну вот оно. Вот оно. Вы всегда мыслили мелко. Вы правда думаете, что я выменял бы его на обычное оружие? Да мне плевать. Отдай бивень. Черт возьми. Вы же пропустите фейерверк. Какой еще фейерверк? Повторять не поезд буду. Уехал. Ладно. Ловите. Смотри, что он придумал, а? Надюха молодец. Метка. Спасибо.
Спасибо. Вообще метко. Только разброс великоват. Слезай с меня. Ага, понял. Можно я посмотрю? Эй, вообще-то мне причитается треть. С тобой Хлоя поделится. Слушай, ты тут новенькая, и так в нашем деле не принято. Это плата за услуги. Нет, погоди минутку. Это бомба. Что? Господи, Асав обменял бивень на бомбу. Фейерверк. Это плохо. Да. Рельсы проходят через город. Через рынок. Так, нужна связь. Сообщим властям. Будет поздно. Если рванет, погибнут тысячи. Ну, это, конечно, ужасно. Ну, мы-то свое получили. Я... Что? Ты что, правда за поездом собралась? Ну ладно. У тебя план-то есть? Планирование в этой организации пункт опциональный. Позволишь ей себя угробить? Нет, я... Ну, она вроде как права, черт, я не знаю. Это не наша война. Сама сказала. Догонишь поезд, что потом? Бомбу уже не обезвредишь. Согласна. Хорошо. Значит, мы сообщим властям. Это не наша война, а моя. Если бомба рванет в городе, такое начнется. Я не могу сбежать. Устала я убегать. Погибнешь. Не дождешься. Эй! Отложи мою долю. Ладно? На всякий случай. Эй, я тут с ней не останусь. Вылезай. Нет. Это мое место. А. Ладно. Я пересяду. Поехали вместе. Ну что? Все, едем. У последней черты. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. Кто-нибудь видит тут дорогу? Нажмите на колокольчик. Эй, следи за дорогой, ладно? Сэм, ты хочешь за руль? Ну да, хочу. Перехочешь, пристегнись лучше. Черт. И всем удачи, всем пока.